Ребятки, вот решились мы распаковать новую палатку. Я готовлюсь ехать в мотопутешествие в Азию. И вот до этого покупали палатку Fresh Black. Это типа палатки считается самой лучшей в том классе, в том, что она... Вот нахер вы идете, а? Ну, честное слово. Блин, ну видите, что я видео записываю, а? Ты вот куда идешь? Я никуда. Жду, пока ты закончишь. Молодец, иди, закрой дверь и все, давай. Да, я хочу позаписываю, ну, нормально. Ну, кто знал, что ты тут снимаешь? Так, ребята, всем привет. Вы на канале «Алтыш, моя фамилия». Распаковываем новую палатку. Сейчас таких вроде в России Декатлон вышел у нас с России. Его нету. Но Fresh Black я вот достал палатку через импортера. Купил ее в том году. Еще ни разу не пользовался. Вот я собираюсь сейчас в командировку ехать в Азию. В командировку, как бы в путешествие. И чтобы не было проблем, хочу вот с Татьяной вместе мы сейчас распакуем эту палатку и посмотрим, на самом деле, какое оно качество. Вроде бы, как бы пишут, что внутри черное, и солнце не пропускается в эту палатку, и можно днем в ней спать. Ну что, Татьяна, поехали. Да, я еще скачала QR-код. Зачем? Здесь указано, как правильно собираться. Там мы сейчас соберем. У тебя же с актуальностью все нормально? Ну да. Ну все. Это для этого. Для тупых. Для тупых. Да. Ну. Так, это убираем. И что здесь у нас в комплекте? А, какие-то колышки, наверное. Ну ладно, колышки мы отложим туда. Щелкнуло? Да, да, щелкнуло. Да. Все, да? Да? Вот видите, ребята, не надо будет сделать ребра ставить. Щелкнули, все, каркас стоит. Здесь натяжка, я так понял, да? Да, а? А где вход, Татьяна? Вот, где? Ты там, внутри, в палатке? Можно к тебе присоединиться, Татьяна? Да, я вас жду. Переключимся после этого. Что тут места мало? Как мало? Ну ты ее натяни ее. Ну. Она стоит, получается. Да, она стоит, да. И в комплекте у нас колышки и веревочки, чтобы можно было растянуть ее. Как для одного? Это вот для двух человек. Это какой? Лиля, давайте я сейчас открою. Подожди. Мы сейчас откроем и посмотрим. Таня, вы легли? Да. Хорошо. Даже светлое. Так что такое? Да, посмотрим, где там Татьяна. О, Татьяна прилегла, видите? Ну, а ее и растянуть, смотри, какая она. Если ее растянуть, ее... Вот. Не, она большая. Она большая, реально. Большая. Лиля, подснимите, да, сюда. Снимается внутрь? Татьяна лежит, много, да. Татьяна лежит, места много. Места много. Давайте, Татьяна, я импровизирую, что мы в своей на природе лежим. А ты в убыль? Вот. Тихо, Татьяна, что вы себе позволяете? Какая наглость. Какая наглость, да. Я попросил палатку распаковать, а не обнимать меня. Да? Да. Кармашек. А на весь темный, если ее закрыть, то ты свет, что в этой палатке прикольно, он не проникает, да, в этой палатке. Вот в чем дело. И ты можешь, ну, днем, утром, солнце, не солнце, ты выспаться можешь в ней. А простая палатка, она пропускает свет и забирается. Ты видел, как за клапана? Дернули и все. Да. 3 секунды. Нет. Ну что, будем собирать обратно? За сколько время, за сколько мы ее соберем? Давай. И упакуем. Все. Сейчас мы посмотрим, за сколько мы соберем. Сейчас время 13:25. Поехали. Показывайте, как она. Ага. Не, ну это собирать, а разбирать. Татьяна, ну что вы пугаетесь? Пальчиком.
О. Нет, не так она. Вот. Ну вот она. Да, да. Вот. Не, подожди. И вот так она где-то, вот так, да? Татьяна, ну как это, я буду один собирать палатку без вас? Ну, мне надо будет какую-то мотосестричку какую-то с собой брать в путешествие, да. Я согласна. Да. Возьмете меня с собой? Обязательно. Татьяна, ну это же не женское дело, путешествие на мотоцикле. Ну, а то сейчас женщина меня... Для палаток возьми. Да, для палаток возьми. Нет, для палаток возьми. Ой, грязная какая. Так, и что у нас, какой план действия? Обратно. Но она более культурная была. Да. Подожди, там же где-то веревочки были, Татьяна. Подожди. Вот так. Ну. Вот так. А, веревки были, да? Конечно. Да. Ну это только я так уверен. Угу. Вот, Константин Евгеньевич, вам бантиком. Угу. Чтобы вам легче было ее. Ну что-то как-то она очень сильно это получается. Пухленько, да. Ничего. Нормально. Вот там. Угу. Ой, все грязно. Подожди, подожди. Не спешите колеса, называется. Ну, а стягивать ты будешь ее? Сил нет. Да. Все, время. Ну, 5 минут там потрачено. Да, да, 4 минуты получается. 4 минуты собрали вдвоем. Да, да, Татьяна, спасибо вам. Большое вам спасибо, да. Фу, даже сам это спарился. А у меня топливо включено у вас, да?